Здравствуйте, уважаемые телезрители! 20 ноября исполнилось 80 лет Виктории Токаревой, прозаику, драматургу и сценаристу. Первая публикация Токаревой, рассказ «День без вранья», 1964 год, была замечена. Автору, имеющему за плечами сценарный факультет Института кинематографии, предложили сделать сценарий для фильма. И в 1968 году на экраны вышла картина «Урок литературы». Так Виктория Токарева нашла свой путь и с тех пор занимается любимым делом. Она продолжает чеховскую традицию в литературе. Ее творчество отличает отточенность стиля, внимание к человеческим характерам и психологическим нюансам, ироническая интонация повествования. Талант, оптимизм, юмор и доброта – вот основные составляющие творчества Виктории Токаревой. Ее проза словно заряжена энергией любви. Если в сердце нет любви, человек мертв. Живым он только притворяется. Такова философия ее творчества. По словам Юрия Нагибина, у Виктории Токаревой нет плохих рассказов, у нее есть только хорошие, очень хорошие и блестящие. Перу Виктории Токаревой принадлежат книги «Летающие качели», «Между небом и землей», «Птица счастья», «Этот лучший из миров», «Мои мужчины», «Одна из многих» и другие. Недавно фонд библиотеки пополнил новый сборник «Дома, которые стоят дольше, чем люди». Виктория Токарева любит рассказывать о печальном весело, а в веселом увидеть повод для серьезных раздумий. Особенно ярко эта грань дарования отразилась в ее сценариях к фильмам, написанных как самостоятельно, так и в соавторстве. «Урок литературы», «Шла собака по роялю», «Джентльмены удачи» совместно с Данелия, «Мимино» в соавторстве с Габрядзе и Данелия и другие. Уважаемые телезрители, творчество Виктории Токаревой достаточно полно представлено в фонде межпоселенческой библиотеки. Значит, есть повод встретиться по адресу: город Искитим, улица Пушкина, 40.